вышли на улицу Крещатик, на Европейскую площадь. Сейчас 22:11 часов. Температура плюс 1 градус сегодня, 13 декабря. На данной записи будет хорошо видно, что все витрины всех ресторанов, магазинов и банков на улице Крещатик целы и невредимы. Здесь стоит масса машин. Гуляют мирные граждане, никого не трогают. Пожалуйста, все рестораны по порядку. Мафия. Банк Крещатик. Тут ряды машин. Спокойно паркуются, спокойно выезжают. Никто никому не мешает здесь. Мы сейчас осматриваем витрины ресторанов на Крещатике, чтобы убедиться, что они все целые, рестораны работают, банки не работают, они закрыты, рабочий день закончился, но у них работает дежурное освещение, табло и все остальные атрибуты банковской деятельности. Сейчас мы проверяем здание. Пожалуйста, Будда-бар. Всі заклади працюють, двері відчиняються. Ювелірний магазин «Отрада». Apple Center. Альфа-банк. Все работает, все нормально, все в хорошем состоянии. Отель «Крещатик». Сбербанк России. Вывеска витрины целая, пожалуйста. Кофе хаус, два гуся. Сейчас 22 часа 14 минут. Это очень важно.